Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Свалхолд, и сегодня мы посмотрим игру под названием Ratopia. Это игра про мышек, крысок, которые пытаются строить свое государство и не умереть. Мы оставим, я думаю, все по дефолту, как есть, и просто начнем наслаждаться этой милой ламповой игрой. У нее есть свой, насколько понимаю, небольшой сюжетик. Интересно, далеко ли я ушла? Убийцы, кажется, отстают. Наконец-то правда. Моих верных подданных тоже нет. Что ж, придется мне остаться здесь и выживать. Может, тут мне и будет новый дом? Возможно, здесь и будет твой новый дом. Об этом узнаем попозже. Опа, выкопалась. Мышонок. Опа. Два мышат. Королева мышат и мышон. Блин, как они работают. Это главное здание сейчас они построят. Сундук. Ладно, окей. Эта игра чем-то похожа на... Oxygen Not Enclouded. Ваше Величество, как вы попробуете? Ваше Величество, как вы? Попробуйте использовать VSD и Space, чтобы передвигаться. Спасибо. Space? Тут я не вижу Space. Используйте колесико, чтобы перемещать прицел. Попробуйте посмотреть вокруг. А, просто мышку. Я понял, ладно. Отлично, вижу у вас все хорошо. Все взаимодействия основаны на прицеливании. Не забывайте пользоваться мышкой. Теперь я буду учить вас тому, к чему вы, возможно, не привыкли. Прошу следовать моим указаниям. Хорошо. Я следую твоим указаниям. Юра, позвольте научить вас взаимодействовать с объектами. Левым к мышей. Собирать. Попробуйте передвигаться. Бревна широко. Ну, давайте добудем бревна. Ух ты. Королева работает как батрака. Зачем мне нужны мои подданные, если я должен сам все делать? Угу. Возьмите тап. Ага, вот бревно меня интересует. Возьмем бревнышки. Держите предмет, наведите на место, куда хотите положить. Положите его в хранилище. Давайте положим. Угу. Выполнить взаимодействие. Нажмите кнопку И, чтобы положить предмет и продолжить. Окей. Давайте дальше рубить. Время очень быстро, я вижу, идет. Даже быстро. Отлично, если не срубать растения, деревья полностью со временем они отрастут обратно. Еще давайте добывать породу. Землю в хранилище. Давай сначала соберу все-таки дерево. Зря же я вот добывал. Теперь давайте копаться. Собрать три земли, да? Я здесь только камень вижу. Ладно, пока мы это оставим. Давайте я тоже поднимем. Экономило перепрыгнул. А теперь не перепрыгнул, ладно. Нам нужно добыть три земли. Хорошо, давайте этим мы и займемся вопрос. Хотя, наверное, давайте все-таки вкапываться вниз. Добудем камень чуть-чуть, земли. Как мне выбираться, чувак? Ух ты, это паркур! Паркур, новое движение. Ага, то есть в одну клетку я не пролажу все-таки. Вот атаковать можно, прикольно. Брать. То есть я могу только один тип предмета взять, к сожалению. Хорошо. Давайте камень тоже соберем. Рискуете не выбраться. Теперь используйте собранное все построить. Постройте, разместите, запастись. Q, чтобы сделать лестницу. Строить. База. Лестница. Постройки 10 размер. Давайте. Здесь мы сделаем две лестницы. Лично копить достаточно ресурс, когда появится житель, я не буду обеспечить поставки. Иметь приказ, размещать на клетках, F хранилище. Даже я хотел собрать камень. Мне нужно ВСД, понятно. Давайте мы возьмем листья. Возьмем себе сколько там. Что? А, я только по 3 брать могу. Давайте. Положить. Отлично. Взаимодействовать. Ладненько. Давайте возьмем еще одну штучку. Мне нужна вот одна штучка. О, все, взял. Подожди, о, все, взял теперь. Мы поставим, во-первых, возьмем еще травинку, закинем, давайте строить.
Лестница, помните, в воздухе может стать только... Да-да-да. Вам понравится вход в город. Я понимаю, через вход в город к нам смогут другие наши машата приходить. Королева. Вход в город. Наверное, все... Да, я понял. Я вот здесь поставим. О. Для этого нужен камушек. Деревяшка. Давайте возьмем сначала деревяшек. Как там, 3 штучки вроде нужно. Давайте. Все, принесли. Теперь возьмем камушек. Можно взять весь камень сразу? Решив, к примеру, нет? По одному только строго. Ладно. Это, я так понимаю, портал. К нам будет приходить еще мышата. Наведите. Давайте. Переселенцы. Нам остается выбрать. Нажмите F. Нетненько. С собой возьмет воду. Это просто двое будут. Давайте лучше, наверное, возьмем двоих. Этот крепыш, воинственный, консерватор и медленный. Давайте искатели свободу вот этих возьмем. Их двое. Да, механика как в Oxygen Not Included. Выполняет ваши приказы, разделяет виды приказа по определенному способу. Угу. Прикажите им собрать. Собирать. Давайте прикажем им собирать. Берите пшено. Травку вот эту. Эту травку, вот это пшено, цветочек. Собирайте все. Что еще здесь? Тут все. Ладненько. И занимаются мои крепостные. Собрать зерно. Ну вот они занимаются этим. Я пока что, наверное, окопаю чуть пониже. Помогу им. Растает. Можно какая-то найду для жителей. Слишком долго голодающие жители умирают. Понятно. Счастье, гигиена, радость. Давайте построим туалет, чтобы обеспечить гигиену. Давайте обеспечим. Туалет. Нужна земля и дерево. Дать ресурсов в хранилище. Нужна земля. Вот как раз таки я его здесь собрал. Поэтому шикарненько. Берем ее. Давайте поставим им туалетик. Наверное, где-то вот здесь мы его разместим. Могу им... А, можно им приказать. Или как? Что? Приказы. Собирать, снести, ремонт, добывать. Ага, то есть строить должен все-таки сам. А, не, они сами приносят. И они умные. Умные какие ребята. Да, можно вращать, спасибо. Давайте поставим здесь вот так. И потом, наверное, дадим приказы. Да, 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 я понял. А, добывайте вот эту. Так, добывайте. Вот. За необходимости, разделен социальные классы, знания, радость, стол исследований. Изучите лесопилку, постройте, кстати, дерево. Пока поможем нашим людям. Будем это копать все сами. Ну, нужно поставить, я так понимаю, кроватки. Меня просят построить лесопилку. Для этого нужна земля. У нас нет... Но которую мы можем добыть, раз раскопав здесь. Давайте этим как раз вопросом и займемся. А какие вообще я могу ставить блоки, кстати? Блок земли только пока что могу ставить. Можно делать им всякие постелечки. Что мы сейчас сделаем? Нам нужно, я так понимаю, 2 или 3. Я буду добывать, они, наверное, будут бегать собирать еще. Я же правильно понял? Да, вот они пришли собирать. И они молодцы. Молодцы, молодцы, как говорится. Будет такой симбиоз. Я работаю, они таскают. Давайте разместим лесопилку. Она довольно-таки, я вижу, объемная. Поставим ее вот. Как раз я в нее место освободил. Ну и будем копать дальше. Еда у нас вроде имеется. Есть какой-то уровень непонятный. Вот. Брось. Пусть наши люди таскают все это дело. Мы пока что будем копать. Копать, копать, копать. Вот они сами тут строят. Сами таскают. Какие они у меня молодцы. Теперь нужно сделать здесь доски. Как это сделать? Нам нужно назначить жителя. Разница. Эффективность у них у всех одинакая. Давайте вот тебя, Лили, назначим. Теперь ты занимаешь у нас
Производством дерева. Можно сделать еще палочки. Разные рецепты из разных древесин. По сути, разница такой особая. Ладно, давайте добудем дерево. Раз нам его не хватает. Прибыли переселенцы. Ну, давайте возьмем еще. Нам люди пригодятся, я так понимаю, в любом случае. Давайте смотреть. Если он дерево принесет с собой, здесь будет просто два рабочих. Давайте двоих рабочих возьмем лучше. Тут мальчик и девочка. Да? И тем самым это поможет нам ускорить процесс добычи. Вижу, карта как-то она ограничена, что ли? Или мне кажется? Ну, непонятно на самом деле. Ну и ладненько пока что. Потом поставим добывать, прокопаем здесь еще один блок, а потом будем уже... Дерево вроде как нам пилят. И если я сломаю вот здесь траву, то, ну, постройка будет нерабочая. Поэтому давайте мы сделаем здесь блок земли, потому что вроде перемещение побольше, побыстрее идет. Нужно две штучки взять земель. Далее. Сюда и давай быстренько построим. Постараемся здесь полностью перестроить все это, чтобы скорость передвижения была чуть побольше. По листве они ходят не очень, я так вижу. Быстро. Вот они сами строятся. Молодцы. Там здесь еще блок земли. Ну и дальше продолжим. Заниматься перестройкой нашей базы. Ее облагорожением. Потом сделаем, наверное, то же самое с нижним уровнем. Я думаю. Угу. И занимаются. Я пока здесь тоже займусь этим. Просто. Теперь можно построить исследовательский столик, да? Давайте мы его разместим. Поставим ее, наверное, вот здесь. Строят наши люди. Мы здесь пока один уровень скопаем. Поставим здесь нормальный пол. Как нормальный? Относительно нормальный. Выбор у нас пока что все равно нет. Добывай дерево. Добывать, вот давайте, будем копать. Это завершено, теперь мы можем исследовать, да? Я могу исследовать. Постель уже исследована, лестница есть. Можно деревянный блок. Можно пункт сбора организовать. Уже у нас есть бак с водой. Охотничья хижина. Пост лесоразведения. Лагерь лесоруба. Вот это, я думаю, мы перво-наперво займемся этим вопросом. Как нам без лесоруба-то жить? Да никак, я бы сказал. Поэтому давайте мы пока что прикажем. Земля кончена. Ну, они сейчас соберут это все. Пока здесь уровень 11.8. И поставим из для начала земли. А потом из всего остального. Давайте, по идее, появились блоки. Вот так хочу. Потом уже будем там застраивать. Исследование само по себе идет, интересно, или что должен для этого делать? Исследование стоит. А что мне нужно делать для этого? Да вроде больше ничего. Я просто, я так понимаю, ставлю и просто жду. Да, он идет. Проценты капают, поэтому нормально. Вот это мы все скопали. Давайте теперь разместим. Блоки земли. Здесь тоже. Сколько нам этого хватит. Потом разместим еще лестницу. Здесь и вот здесь. Вот эта лестница нам... Кстати, как отменять? Отмена. Ага, все, я понял. Спасибо. Вот это мы отменим. Немножко поможем нашим подданным. Отнесем это. Но в целом они как-то автономно это все сами сейчас будут делать, я думаю. Надо бы им, наверное, еще кровати поставить по-хорошему. Пока... Как-то не очень. Кроватями? Да. Да, 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 я понимаю. Когда? А нам земли не хватает, поэтому они спят, где спят. Что у них там счастьем, пока непонятно. Школу, так понимаю, мы исследовали, да? Точнее,
Лагерь лесоруба. Место для найма опытных лесорубов. Лесорубы рубят любую древесину. Не могут собирать. А как мне тогда это все делать? Как мне выращивать древесину? Вопрос. Брать, добывать. Ладно. В будущем разберемся с этими вопросами. Пока будем как-то так это все делать. Давайте еще разместим лестницу пониже. Так сделаем. Ну и начнем здесь добывать. Кончик. Там я вижу, водичка у нас есть внизу. Там рыбка плавает. Что меня тоже радует. Что это за блок интересный? Не знаю, пока не видно. Поэтому пока что мы на это не будем обращать внимания. Продолжать наше развитие. Добудем побольше земли. Именно дерево. Прибыли переселенцы, да? Сейчас возьмем переселенцев, возьмем себе на дерево. Я не знаю, стоит ли брать еще людей. Я бы, наверное, просто бы взял. Ой, здесь прямо вижу, дерево спилили прям под корень, да? Это печально, конечно. Ну, да ладно. Кто там 4 рыбки принесет или 2 человека? Нархиз. Давайте вот эту команду возьмем. И мне нравится. И, наверное, займемся исследованием что-то более уже. Кайфово. Что я могу еще исследовать? Баррикады всякие есть. Крысиная скамья. Королевская постель. Вот в город маги. Исследование. Понятненько. Давайте мы, наверное, разместим пост лесоразведения. Очки для этого вроде как и бак с водой. Охотиться на кого пока непонятно. Ткацкая мастерская здесь можно сделать. Солярная. Инструменты, бочки, шестерни. Аптека. Что еще здесь такое есть интересное? Железные дороги, лифт, хранилище. Транспортировка. Ну ладно. Так пока важно. Я бы, наверное, хотел нашим людяшкам приказать еще покопаться в ту сторону, наверное. Ну и вот это все снести. Думаю, вот так под корень. Под один уровень выровняемся. Ну и попробуем построить здесь лагерь лесоразведения. Руба. Это нужна древесина и земля. Земли нет, древесины. Я не вижу, они зачем-то срубили здесь прям под корень. Думаю, будет определенно у нас теперь трудности. Жизни. Это только земли теперь. Но землю они, я думаю, как-нибудь будут. Мы немножко поможем им. Это не вот сюда надо. Давайте теперь попробуем поставить все-таки старубу. Наверное, я бы ставил. Ну, наверное, здесь мы его и поставим, слушайте. Здесь есть место для этого. Давайте здесь мы это и организуем. Можно траву прям под корень срубить? Берем, отнесем и разместим здесь как раз таки, наверное, заруба, да? И лучше с этой стороны. Давайте с этой пока его поставим. Там видно будет. Жителям нужен отдых. Я понимаю вас. Давайте мы стараемся им помочь. Поставим здесь одну кроваточку. Потом что еще сделаем? Разместим здесь блок земли. Здесь еще пару блоков сделаем. Потом на будущее прикажем это все прокопать. Там еще кровать поставим. Дал уснул. Коля-то не ходит периодически. Таким довольным выражением лица я вижу. Хотя я бы тоже ходил бы. Довольным выражением лица. Что я могу сделать? Некоторые построят дополнительные параметры. Например, зона влияния их. К сбору 11-10. Ну, давайте я поставим. Мне пока непонятно, как они здесь будут работать. Это что такое? Это кора дерева, да. Что я с нее получу? Просто кусок дерева? Да, просто дерево получу. Очень удобно. Кровать. А там нужно каждому человеку назначать свою кровать или как?
Если так, то это, ну, определенные вопросы у меня возникают в некотором плане. Давайте смотреть. Значит, жителя. Ага. То есть мне нужно каждому быть, да? Еще 5 кровати таких поставить. Понятно. Ладно, давайте дальше. Строить. Королевство крысиное. Там какое-то продолжение будет. Наших людей работы много, но думаю, это небольшая проблема. Это пусть они собирают в будущем. Это пусть собирают. Строить всякие кровати. Расширяет нашу зону влияния. Там здесь еще блоки, здесь блоки. Ну и пока, наверное, хватит. Здание завершено. Мы можем теперь исследовать. Деревянные блоки. У нас не так много пока что дерева, к сожалению. Сад. Большой сад. Давайте сад изучим пока что. И поставим лесоразведение. Как раз таки посмотрим, что на себя представляет. Пост для лесоразведения. Да. Мы как раз здесь... Понимаю. Но я как раз таки здесь вижу, что мы занялись этим вопросом. Очистили зону. Такую хорошую. Которой, наверное, мы и займемся уже лесоразведением. Его, что вообще нам нужно. Нам нужна просто земля. Это как бы самое меньшее, я так понимаю. О, там кролика вижу. Можем охотиться. Конечно, забавно, что мыши будут охотиться на кроликов. Ну, давайте возьмем, наверное, одного человека и ресурс. Нам пока очень много не нужно людей. В плане, что мы, наверное, физически не можем со всеми управляться. Поэтому я хотел бы поставить зону катает древесины, да. Это печально, а древесины не хватает, потому что просто ее нет. Давайте сейчас здесь порим этот процессик. Заберем дерево, отнесем его. Я вижу, нам людей не хватает. Минимум, оп-оп-оп. Клад, оп-оп-оп-оп-оп. Клад. Все, у нас складик. Теперь у нас лесоруб, точнее плотник, начал заниматься своей работой. О, кролик, привет! Привет, кролик. А можно вас разводить? Кроличья нора. О, там улей какой-то. Прикольно, прикольно. Этим мы будем этим заниматься. Пока что у нас главное в планах это все-таки сделать лесоразведение. Блин, а где же ее найти? Наверное, на более низких уровнях. Вон он, наверное. Пока непонятно, мне нужно строить кровать. Это главное, что я сейчас знаю. Кровать ставится дерево. Ну давайте поставим и кроватки. И здесь еще кроватку. Пока что сделал, наверное, так. Там будет дальше видно. Я думаю. Лесоразведение у нас готово. Давайте поставим его здесь посередине. Кроватки уже строятся потихонечку. Давайте их назначим. Чтобы наши люди могли более-менее как-то отдыхать. Я так понимаю, это очень важно. Они будут либо быстрее отдыхать, либо в принципе смогут начать отдыхать, что уже будет на самом деле неплохо. Давайте мы еще раз дадим приказики. Я хочу, чтобы вы здесь тоже подобывали немножечко. Ну и, наверное, возьмем на земле. Мы так понимаем много. Вот здесь мы будем достраивать потихонечку. Это необходимо. И вот это все будем выкапывать. Будем делать еще один уровень внизу. Чтобы можно было разместить всякие кровати. Ну и, само собой, наверное, мы еще в эту сторону тоже построимся. Земли у нас много. Будем делать что-то похожее на пазу более-менее. Здесь нужны еще цветочки, да? Цветы он вроде не идет уже. Давайте поможем, соберем пшеничку. Вижу, сделали все, что я просил. Давайте организуем еще одну постелечку вот здесь.
Интересно, после соруба туда дотягивается? Или как не посмотреть на его тону влияния? Убирай вообще все, что может. Где мне твою зону влияния узнать? Ага. А я могу ее сам расширить, да? Ну вот так, значит, давай. Там еще было интересно написано. Продать. Не очень понял. Видимо, я могу ее как-то переместить или что? Не очень понятно сейчас, ну ладно. Можно взять зерно. Послать их. Мне не нужны эти люди пока что. Нам заняться первичным производством еды, воды. Хотя вода им вроде не нужна, только я понимаю. Хорошо. Что я могу выращивать? Можно выращивать деревья, можно выращивать дерево. Можно выращивать еду. Что ты теперь будешь делать? Давай ты будешь выращивать эти 4 ресурса пока что. Для этого, так понимаю, тебе нужно поставить непосредственно сад. На него нужна глина, да? А на глину что мне нужно? Вопрос. Вернее, где мне найти? Давайте мы разместим еще парочку кровати. Сейчас посмотрим, сколько мне не хватает еще кровати. А, ну как раз таки это даже с запасом будет одна кровать у нас. Что такого страшного я не вижу. Давайте идти дальше. Поставим вот лесенки. А здесь мы прикажем вот это убрать. Здесь дальше копаться. Ну, вон, наверное, блок глины лежит, да? Я могу еще назначить людей. Правильно понимаю? Да, вот последний. Теперь у них у всех есть свои кровати. Что еще можно сделать им приятного? Туалет уже построен. А меня украшает. Королевская. Я понимаю, здесь я смогу лечиться. Баррикада может недолго задержать противник. Ладно. Давайте сбегаем на разведку. Посмотрим, что здесь вообще происходит. Я вижу, кролики отдыхают. Куда на этом? Там внизу какой-то улей есть интересный. Обязательно займемся позже. Вообще, если вам эта игра нравится, и вы хотите увидеть ее прохождение в моем исполнении, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, ну и поставьте лайк. Если это видео соберет 50 лайков, то почему бы и нет? Мы сделаем небольшое прохождение, думаю, по этой игре. Она очень, на мой взгляд, интересная, поэтому почему бы и нет? Подождите, это отмена. Давайте сделаем здесь что-то типа лесен. Вот. Пробуем на самый верх подняться. Здесь порубить максимально много. Это все дерево, это нам все пригодится. Да, труба. Жители заблудились. Где заблудились? Жителям нужна радость. А вот, я так понимаю, вот эта глина у нас. Шикарно. Сейчас можем поставить фермы и начать выращивать. Брось каку. Она упала. Ладно, давайте берем глину. Так понимаю, здесь периодически будут у нас нападать враги. Вот и враги, да? Враг ведет себя подозрительно. Будьте осторожны. Где враг у нас? Пока не очень понятно, где враг у нас. Больше глины. Что мне это позволит выращивать? Жителям нужна радость. Давайте посмотрим, что для радости наших жителей сделать. Кола. Какая сцена, массажный. Декор. Я вроде бы исследовал, нет? Сад. Да. Ну еще давайте большой исследуем для деревьев, да? И, наверное, исследуем цирковую сцену. Массажный. Ну и можно на цирковую сцену. Да, я понимаю, что они заканчиваются.
Ну ничего там страшного. Прибыли новый переселенец. Давайте там мы все добудем. Что нужно. Давайте углубляться там максимально. Только там получится у нас. Поставим здесь небольшие еще проходы вниз. По идее, вроде пока все нормально у нас идет. На нас какие-никакие имеются. Кто к нам пришел? Давайте смотреть. Принес воду. Ну, на самом деле, мне никто пока не нужен. Пошлем погулять. Жителям нужна радость. Блин, я понимаю, что вам нужна радость. Мне тоже много чего нужно. Ладно, пока в ручном порядке мы будем добывать здесь глину. В этом, думаю, нет такого страшного. Хотя я вижу, у нас по идее нормально все. Наверное, дать еще себе пару крысят. Интересно, можно себе улучшить количество, сколько могут переносить? То как-то прям грустно. Кажется. Ладно, давайте займемся производством еды. Сначала я хотел бы разобраться с радиусом этой постройки. Это не нужно. Какой радиус у тебя? Расскажи мне, друг. Или... Непонятно, какой у тебя радиус. А вот. Задать дальность. Хорошая дальность получается. Поэтому давайте мы первым делом займемся производством чего? Правильно. Еды. Здесь можно будет выращивать деревья, но пока нам интересует, наверное, более такое простое. Вижу, глину таскают уже, да? Да, это прям хорошо, я вижу. Так. Проделали дырки. Большой сад исследуется потихонечку. Если я не вижу, сделали такие пеньки. На них похожие. Будем с самого верха это рубить. Это, так понимаю, дерево гигантское. Поэтому будем наверх идти. Стараемся его полностью... Потому что дерева у нас пока не много. Давайте им займемся. Ну, как говорится, и нет. Большой сад мы исследовали. И давайте собирать дерево, все, которое у нас есть. Да, людей маловато. Надо пару крысят взять. Лежак исследуется. Да, не может радовать. Здесь у нас что? Сад. А культивировать. Давайте здесь сажать пшеничку. Да, здесь будет сажаться пшеничка. Можно поставить большой сад. Для этого нужны доски. Обычный сад. Давайте еще сад один поставим. На это у нас пока... Наверное, с этой стороны мы поставим обычные сады, а с той будет древесный. Я думаю, как-то так мы это сделаем. Непонятно, что это все собирает автоматически. Понятно, что пока ничего не понятно, но думаю, будем разбираться в следующей серии, если она будет. Опять-таки, все зависит только от вас. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели данное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если так, то поставьте лайк. Если нет, то поставьте дизлайк и напишите свой комментарий по этой игре или... Также вы можете перейти по ссылке в описании или комментариях в группу Telegram. Там выходят новости касаемо канала и оповещения о новых видеороликах. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. До встречи в новых сериях.